Потому что вот сейчас, здесь, в Протвино, будет премьера песни. Я эту песню на сцене еще не пела ни разу. Она у меня совсем свеженькая. Вот. Написала я ее недавно. Написала я ее о своем любимом муже. Называется она «Это мы». В народе мышка. Почему не знаю мышка? Ты рисуешь рассвет на щеке у меня теплой кисточкой или лучом, что без разницы, впрочем, ты даришь свет мне для каждого дня и вплетаешь живые цветы в мои ночи. Ты недосмотренный сон на заре, это ты, ароматное лето, прогулка в ночи, это ты, золотая листва. В блокноте портрет — это я. Я дыхание с тобой в унисон, отражение мыслей я. На вопросы любые ответ — это я. Пара крыльев и пара мелодий лучистых — это я. Срываться в небо к высоте, безудержно, бесстрашно, безвозвратно. Любить, вплотную подойти к черте и пересечь ее, забыв пути обратно. Любить, сжигать и наводить мосты, бросать на карту жизнь, как есть, без сдачи. Любить, и если вместе черты, и если вместе за чертой, то это значит, это мы. Свитые из ветра стихи, это мы. Как с обрыва в бездну прыжок, это мы. Перекрестье разных стихий, это мы. Нежности пьянящий поток, это мы, это мы, это мы. Спасибо вам большое. Вот такая вот получилась у меня песня. А сейчас я прошу у вас 5 минут перерыва.